Сегодня у нас вывоз мусора будет, как обычно. Третий день стройки. Так, почти авария. Крошек там ругается. Пойдемте глянем, как дела на строительстве. Не знаю, закончат сегодня, успеют, не успеют. Хотелось бы, конечно. Да, ты тоже контролируешь, да? Ты считаешь, сколько тележек проехало, да? Какая подсчет ведет. Сколько, говорит, там. И Жуля тут контролирует. Ух ты, какой аппарат. Вот. Уже сюда. Видишь, какая красота. Ну, еще навес поставим и все. И супер будет.